вещь! Подъем! Райф, ты с ума сошел? Распаковывай хлопушки и надевай свои лучшие кеды! Сейчас будем уходить в отрыв! Райф, что ты хочешь этим сказать? Мы выходим в интернет. Что? Чего тут только нет? Я такого не видела даже в самом прекрасном сне. Disney представляет. Добро пожаловать в поисковую строку. Что желаете найти? Амазонка, амоний, амням-ням. Что? Штопанье, штопор, шторка для ванны. Радиостанция, резюме на работу. Руки вверх! По-моему, Ральф, он угадывает, что ты хочешь сказать. Это у меня автозаполнение. Чудит. А можно я? Где тут такой сайт, где все-все есть и всем-всем классно? Всего одно полное совпадение. Да ну, принцесски и мультяшные персонажики. Хлам. Ух ты! Ты пойдешь с нами, девочка. Здрасте. Я тоже принцесса, между прочим. А ты принцесса какого толка? Это как? У тебя волшебные волосы? Нет. А руки? Нет. С тобой звери разговаривают? Нет. Тебя отравляли? Нет. Проклинали? Нет. Ты жила в заточении? Нет, вам точно не нужно полицию вызывать. А тебе тоже думают, что все в твоей жизни наладилось, когда в ней появился мужчина? Да, но ведь это бред. Она принцесса. Ральф против интернета. Может, лучше интернет против Ральфа? Какая разница? Вроде одно и то же. А, разница есть. Так получается, что ты главней. Ну, да, но так получается, что интернету не поздоровится. А кто против? Вот адрес. Что там? Безопасное место в Париже. Зачем мне безопасное место? Если что-то пойдет не так, должно быть место, куда можно прийти. Так, на чашечку чая. Мои братья... И сестры, время бежит все быстрее. Я мечтаю, чтобы мы, живущие ради правды, ради любви, Нагайна, заняли место, которое принадлежит нам по праву. В мире, где волшебники свободны. Идите за мной. Или умрите. Волшебники и простые люди мирно сосуществовали веками. Гриндевальд хочет разрушить этот мир. А вы хотите, чтобы я выследил его? И убил? Дамблдор, а почему вы сами не едете? Я не могу пойти против Гриндевальда. Это должен быть ты. Надеюсь, тебя не укачивает, дружище. Только на воде слегка. Хорошо. Знаю, что меня восхищает в тебе, Ньют. Ты не стремишься к власти. Ты стремишься к справедливости. Пришло время. Решай, на чьей ты стороне. Я не хочу выбирать чью-то сторону. Что будешь делать? Что-нибудь придумаю. Нет. Нет монстра, которого ты бы не смог полюбить. Схватим его. Это твой брат? Кажется, это был лучший момент в моей жизни.